Да блин, я... Мигающий там был, может там пистолет был. Да как я не могу в него попасть, мой пистолет? Ну поздно уже. Да, опять фигня. Блин, как Никч? Это Пушкин? Это Пушкин, блин, я сейчас понял. Там написано. Хорошо, еще что понял, а то я иногда реально... Это Пушкин. Я иногда могу читать ник долго, всматривать, и никак не могу понять, что там такое. Блин, чуть не выстрелил. Так, все вниз, все вниз. Блин, ну куда ты вниз, я дебил? Я бы так. Ну что такое, блин, такой ужасный первый, неплохой третий. Вот мог мне такой третий выпуск, когда у меня был там топовый первый. Ну что такое? У меня только один раз сегодня был первый топовый три уровня, и меня четвертый затроил. Дальше четвертого я с топ-пейсом сегодня ни разу не доходил. Ну, я, кстати, хороший четвертый. Но, возможно, это мой лучший пейс после четвертого сегодня. Да. Остальные были еще хуже. Хотя пейс все еще так себе, но... КБ можно сделать. А, концовка сратая. Мне кажется, лучше никак не отыграть было. Корабля еще нету, на восьмом желательно кораблями. Тут так сложно корабль сохранить. Да взять сложно часто, а если взял, то сохранить. Да едь вниз, ну... Корабль, но... Вот за ним... Уже супер медленно ехать будет. Блин, уровень неплохой. Но корабля так не взял, не знаю. Кстати, вот здесь очень нужна каска вообще на восьмом, на самом деле. Каска, наверное, даже. Боже, каска, блин, каска была! Ну, за ней еще проехать надо, но чтобы она появилась уже вместе. Ну, опять же, неплохой восьмой. Но сказки было бы еще лучше. Или часики. Часики вроде тоже были. Так сложно среагировать и взять что-то, когда в тебя пули летят со всех сторон. И надо и под пули не попасть, еще и пауэрап не пропустить. Блин, бомба взять, что ли? Хотя, по-моему, медленно. О. В конце повезло. Не знаю, не знаю. Все еще есть шанс на ПБ. А, бомба. Ух, блин. Хороший десятый. В конце опасно было. 11-й, 12-й, блин, 12-й я боюсь, конечно.
А, куда уехал? Жигный оказался. И этот жигный. Да чё вы все такие? А, потерял корабль. Ну, сейчас хоть 12-й будет. 11-й, на самом деле, не очень хороший, но не ужасный. Бомба, надо брать. Часики тоже возьму. Окей, повезло. 6 минут ровно. Почти сап 6, блин, ну, я уже не буду, наверное. У меня есть один сап 6. Теперь есть 6 ровно. Это хороший ран. Первая половина средняя, вторая половина... Не скажу, что прям топовая, но вторая, мне кажется, лучше была, чем первой. Повезло.